Родившиеся 23 числа представляют собой противоречивую натуру. Они мягкие под влиянием числа 2 и мини-диктаторы под влиянием числа 3. Сумма чисел 5 говорит о меркантильности. Они хотят, чтобы все было по их желанию, но им не хватает силы характера настоять на своем. Поэтому они действуют силой. Они могут справиться только с теми, кто слабее, а их врожденная хитрость позволяет им не тратить силы на тех, с кем это не выходит. Если их окружают люди с более сильным характером, они подавлены. Обычно эти люди не обладают большой силой, даже если выглядят очень сильными. Они чувствительны и горды, не любят быть обязанными никому. Они любят быть квиты. Это влияние числа 5. Эмоциональные особенности. В эмоциональном отношении они стремятся доминировать, чем проявляется влияние числа 3. В то же время они эмоциональны и чувства их глубоки. Они любят быть собственниками с друзьями, но не любят, когда также относятся к ним. У них хорошие браки, если их партнеры имеют точно такой же темперамент или желание подчиняться. В браке они также хотят казаться либеральными, а на самом деле – собственники. Это от неуверенности числа 2. Они умны и предпочитают партнера с таким же умом, но это не обязательно, сексуально они сильны, но не будут сходить с ума при отсутствии секса. Если есть – хорошо, если нет – они не переживают. В целом же они не требовательные любовники. Гармоничные отношения. Хорошие отношения возможны с двумя типами людей, и с теми, кто будет подчиняться, и с теми, кто является сильными мира сего. Они могут терпеть и других, будучи мягкими, но не будут их ценить. Хотя они достаточно умны, чтобы понимать в людях, считают себя всегда во всем правыми. С ними нелегко, но при наличии терпения и убеждения их можно заставить принимать другую точку зрения. Счастливые числа 5, 14, 23, 2, 11, 20, 29. Враждебные числа 9, 18, 27, 1, 10, 28. Счастливые даты 2 и 5. Счастливые дни – понедельник, среда. Счастливый цвет – розовый. Счастливые камни – жемчуг, бриллиант. Ни в коем случае не должны носить золото. Болезни, душевные расстройства и боли в суставах. Недостатки. Желание доминировать, не обладая при этом необходимой силой характера. Они всегда будут навязывать свою волю тем, кто слабее. Они слегка меркантильны и тянутся к тем, кто достиг успеха в жизни. Они не продадутся за деньги, как число 5, но их взор затуманится при виде денег. Рекомендации. Нужно укрощать стремление доминировать. Для того, чтобы быть сильным, не обязательно доминировать. Нужно стараться быть менее меркантильными и заглядывать людям в сердце. Нельзя хорошо относиться к людям только потому, что они достигли признанного успеха.